В деле учителя музыки из поселка Кузина, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми, появились еще 10 потерпевших. Таким образом, известно уже о 16 пострадавших. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на Следственный комитет Свердловской области. По данным телеграм-канала «База», следователи выяснили обстоятельства уже 108 эпизодов насильственных действий со стороны мужчины. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. По версии оперативников, с 2018 года подозреваемый совершал с детьми действия развратного характера, а также вел с ними интимную переписку. В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области громкое дело не комментируют, информацию о появлении новых эпизодов не подтверждают, но и не опровергают.